Иностранцев проверили. Сотрудники УФМС подвели итоги операции «Маршрутка». В Ангарске ожидается волна пожаров. Надзорные органы инспектируют дачные кооперативы. И вместе лучше. Объединение школы и лицея дало положительные результаты. В эфире программа «Местное время», в студии Евгения Шильникова. Здравствуйте. Ангарский отдел миграционной службы представил результаты операции «Маршрутка». С 15 по 18 ноября инспекторы УФМС и ГИБДД проверили 8 стоянок автобусов. Специалистов интересовало наличие разрешения на трудовую деятельность иностранных граждан, работающих водителями на ангарском транспорте. Всего за 2013 год данная операция осуществляется неоднократно. Значит, иностранных граждан, осуществляющих не лицензированную трудовую деятельность, выявлено не было. И можно сказать, что на сегодняшний день в данном направлении мы навели порядок. Сообщить об иностранных гражданах, нарушающих миграционное законодательство, можно по телефону 67 27 00 или 67 44 16. Накануне днем под колеса «Газели» попал ребенок. Происшествие случилось на улице Коминтерна. Проезжую часть переходила женщина с двумя детьми. Один автомобиль пропустил семью, а вот второй этого не сделал. В результате девочка с черепно-мозговой травмой была доставлена в городскую детскую больницу. В действиях водителя автомашины «Газели» усматривается нарушение пункта правил 14.2. Он не убедился в безопасности маневра в районе нерегулируемого пешеходного перехода, когда двигающая автомашина по соседней полосе замедлила или остановилась. В результате выезда на пешеходный переход он совершает дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал ребенок. Остальные члены семьи, к счастью, не пострадали. По факту происшествия составлен протокол. Виновный будет привлечен к ответственности. С наступлением холодов может увеличиться число пожаров в садоводствах Ангарского района. Чтобы предотвратить чрезвычайную ситуацию, накануне специалисты надзорных органов собрали специальную комиссию. На встрече обсудили эффективность уже предпринятых мер. Кто и как именно отвечает за безопасность граждан, выяснила Ольга Деребера. С правилами пожарной безопасности необходимо дойти до каждого. Отдел надзорной деятельности составил специальный график проведения рейдов по жилому сектору с участием сотрудников полиции. Ежедневно 4 инспектора УГПН отправляются в самое отдаленное садоводство. Но все дома обойти им не по силам. Решить проблему могли бы массовые сходы граждан. Вот только не все муниципальные образования идут специалистам навстречу. К примеру, Саватеевка требует особенного внимания надзорных органов. Неоднократно направлялись письма в адрес главы по проведению сходов, на что нам были направлены ответы, что в соответствии с законодательством не прописано, как часто нужно проводить сходы. Поэтому как бы глава принимает решение самостоятельно. Но если посмотреть по цифрам, у нас получается в плюсе Саватеевка плюс 4 случая. Более 5000 человек проживает на своих приусадебных участках круглогодично. Они в основном и горят в осенне-зимний период. Часть этих жителей – неблагополучные граждане, требующие особенного внимания. Вот только работа председателей в выявлении таковых до сих пор не налажена. Подая не списки специалистам надзорных органов, а те, выйдя на них с проверками, многих несчастных случаев можно бы избежать. Пошли целенаправленно по этим дачным домикам. В то же самое время мы сможем привлечь к административной ответственности самих жители вот этих вот домиков, где нарушаются правила пожарной безопасности, и тем самым улучшить картину, которая сегодня складывается по пожарам садоводства. К слову, Союзу садоводов было дано указание активизировать работу комиссии в каждом из кооперативов. На носу зима, защитить дачные домики от огня председатели садоводств, видимо, не торопятся. Отлично действуют меры административного воздействия, и подчас они остаются единственным инструментом, чтобы обеспечить безопасность жителей частного сектора. Ольга Деребера, Михаил Трышкин, «Местное время». Полиция Ангарска раскрыла серию грабежей благодаря помощи обычных горожан. Так, в минувшую субботу жители 107-го квартала предоставили в дежурную часть запись с камеры наружного наблюдения, установленной в подъезде. На кадрах отчетливо видно, как злоумышленник выхватывает у пожилой женщины сумку. Полицейские задержали подозреваемого в считанные часы, а на следующий день, в воскресенье, два молодых человека самостоятельно предотвратили попытку уличного грабежа в 6-м А-микрорайоне. Увидев ситуацию, как молодой человек отнимает сумку и золотые украшения у женщины, задержали его и передали в руки сотрудников группы немедленного реагирования патрульно-постовой службы полиции. Подозреваемые в обоих грабежах сейчас находятся в изоляторе временного содержания. Возбуждены уголовные дела. Ангарчан, оказавших помощь в раскрытии преступлений, полиция намерена поощрить.
С начала этой недели в Ангарске стартовал второй этап всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Бдительные горожане могут сообщить в правоохранительные органы о фактах распространения наркотических веществ. Первый этап данной акции проводился в марте месяце. Всего было получено 79 сообщений о фактах сбыта наркотических средств. По результатам проверки данной информации возбуждено 3 уголовных дела, составлено 9 административных протоколов. Специалисты будут принимать информацию до конца ноября. Во всех случаях гражданам необходимо позвонить по телефону доверия управления ФСКН России по Иркутской области 200-049, код города Иркутска 395-2. Анонимность гарантируется. Ангарский лицей номер 2 подводит итоги после объединения с 23-й школой. Слияние образовательных учреждений было вынужденной мерой. Школа дважды не могла пройти аккредитацию, и ее ученики получали аттестаты других заведений. Насколько эффективными оказались изменения, расскажет Мария Константинова. 23-й школы больше нет. На входе в здание висит табличка «Второй корпус Ангарского лицея номер 2». Сегодня здесь обучаются дети с 1 по 9 классы. Сразу после слияния в помещении бывшей школы отремонтировали столовую и заменили оборудование для приготовления пищи. В коридоре появилась современная интерактивная доска с расписанием уроков. По мнению учителей, изменения коснулись и самих учеников. Пришли учащиеся в лицей более одаренные, более устремленные к учебе, поэтому и программа усложненная. И с этими ребятишками намного интереснее заниматься. Работа учителя, конечно, стала интереснее, потому что с 5 класса ребятишки могут поступать уже в лицейские классы. По итогам текущего года они могут поступать в 5-е, в 6-е классы. Ранее было только с 7-го класса. По словам директора лицея Виктора Беркута, процесс слияния оказался весьма сложным. Учреждению, которое дважды не прошло аккредитацию, необходимо было поднять общеобразовательный уровень. Преподавательскому коллективу инновационного учреждения это удалось. Все выпускники, учащиеся 9 класса от школы 23, которые обучались в прошлом учебном году, все получили аттестаты за 9 классов. И где написано, что они закончили Ангарский лицей номер 2. Столько сил отдано для того, чтобы детей поднять на этот уровень при достаточно слабой мотивации учащихся 23-й школы, что наши очень хорошо все поработали. Сегодня в двух корпусах лицея обучается свыше 1000 учеников. Семиклассники автоматически переходят на зачетную систему, которая практикуется в российских вузах. Лицеисты активно участвуют в научно-практических конференциях, становятся победителями различных олимпиад. Одним словом, благодаря такой реорганизации у юных ангарчан юго-западного района появилась возможность получать образование в одном из престижных учреждений города. Мария Константинова, Дмитрий Наопашин. Местное время. Накануне днем на улице Социалистической стали собираться люди, которые причисляют себя к малоизвестной неформальной организации. Компания из 50 человек, в основном пожилого возраста, не скандировала лозунги и не агитировала прохожих. Мотивы их поступка были не совсем ясны, так как некоторые из собравшихся вели себя весьма странно. А ты чиновник вороватый, получишь скоро 3 ПК, закупка под контролем. У граждан есть сейчас права, и ты, чиновник нагловатый, получишь скоро 3 ПК. В России власть у народа, по конституции дана. О-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. За всем происходящим наблюдали сотрудники полиции. Через несколько часов хаотичное собрание закончилось так же неожиданно, как и началось. В ноябре исполняется ровно 60 лет со дня выхода на линию первого ангарского трамвая. Многие годы электрический транспорт был ведущим в городе, и предприятие считалось перспективным. Однако в последнее время у него немало проблем. Сокращены многие маршруты, подвижной состав изношен. Частая смена директоров тоже сказывается на стабильности организации. Тем не менее, трамвай был и остается востребованным общественным транспортом. Раньше слишком много народу было, очень много. Давка была, а сейчас свободно. Он просторный. Езжу в основном на трамвае. Мне не нравятся эти маршрутки, там какая-то теснота. Пассажиров электрического транспорта не устраивает в основном интервал движения. Ожидание затягивается порой до получаса, тогда как автобусы ходят почти каждые 5 минут. Потому и предпочитают ангарчане автомобильный транспорт экологически чистому трамваю.
Московский саксофонист, преподаватель знаменитой Гнесинки Сергей Колесов дал серию мастер-классов для юных музыкантов. Они проходили накануне в Ангарской центральной детской школе искусств. Лауреат многочисленных премий и конкурсов приезжает в наш город не в первый раз. И каждую поездку открывают его практические уроки. Конечно, есть талантливые, но нужно заниматься, нужно расти. Я играю на саксофоне, всю жизнь уже играю на саксофоне. Вначале играл на скрипке, потом в 13 лет уже на саксофоне. Уже сколько? Долго уже играю на саксофоне. В дальнейших планах Сергея Колесова посетить с мастер-классами и концертами и другие сибирские города, такие как Нижнеудинск и Братск. Финальные игры первенства Иркутской области по волейболу среди юношей проходили сегодня в спортшколе «Ермак». Состязания открылись торжественно 16 ноября. В наш город съехались 9 команд из Усолья Сибирского, Иркутска и Боханского района. В списке участников и 4 ангарские сборные. Победители поедут на зональные игры первенства России. Даже в случае, что мы занимаем первое место, мы на соревнования на эти не сможем поехать. Нет денег на командирование этой команды. Вот. А у нас многие дети с одной мамой и не очень богато живут. И поэтому такие деньги, которые мы должны были бы заплатить, они не в состоянии. Ангарская школа волейбола – одна из сильнейших в области и имеет все шансы на победу в турнире. Вот только отсутствие финансирования не дает ее воспитанникам побеждать на соревнованиях более высокого уровня. Таковы новости дня. Обсуждение на нашем сайте. Всего доброго!